В сети появилось видео репетиции того самого номера для КВН, который подготовил шоумен Михаил Галустян с помощью Рамзана Кадырова. Пародия на главу Чеченской Республики показали в юбилейном выпуске клуба «Веселых и находчивых». Как признавался сам Рамзан Кадыров, совместных репетиций с Галустяном он провел всего две, но этого оказалось достаточно, чтобы пародия на главу Чечни стала настоящим интернет-хитом. Ну, стол ломать не буду, я тумбу так аккуратно сделаю чуть-чуть. Потом, это, меня честно спрашивают про выборы, что почему в США так это, как так получилось. Я всегда говорю, что выиграет Трамп. Я вам эту Хиллари будет и плюс, салам алейкум, Трамп. Ну, это если Трамп, если Хиллари будет. Не, Трамп выиграет. Трамп выиграет. Хорошо, если Трамп. Ну и этого приезжайте в Грозный, там делаем КВН, этого, который меня копирует, этого Галустяна с собой берите, я его ноги поломаю на руках носить. Итак, последняя фраза: ноги поломаю на руках носить буду. Копия Кадырова пошутила, а настоящий сделал. Ноги поломаем, на руках будет носить там. Покемоны, покемоны там. Да, давай уже ноги поломаем.